Друзья, скоро лет Аншат. Медицинская версия Аншат оснащена специальным медицинским модулем. И за счет этого модуля можно постоянно поддерживать мониторинг пострадавшего прямо на борту. Сейчас мы будем наблюдать, как он взлетает. Будьте осторожны, вас может снести. Команда «Хельмет», вертолет «Аншат», командир судна Андрей Хорошайло. Общий налет 2650 часов. Освоил Як-18Т, Ми-8, Робинсон Р-44, Ансар. Принимал участие в действиях и контртеррористических операциях. Награжден правительственными наградами и наградами Министерства обороны. Руслан Мифтахов. Общий налет более 1150 часов. Освоил Ми-24, Ми-2, Робинсон 44. Медицинская бригада. Дмитрий Новиков, врач-анестезиолог-реаниматолог, служба
скорой помощи ООС «Медаэросервис». Филиппова Татьяна, врач-анестезиолог, реаниматолог службы скорой помощи ООС «Медаэросервис». Ну что же, самый современный вертолет сейчас поднимется в небо. Посмотрим, действительно ли нас дует, или мы будем держаться друг за друга. Не знаю, я спрятался. А я держусь. Я держусь, все нормально. Вы меня держите? Все, меня держат. А я держусь за стол. Так что посмотрим, у кого защита лучше. Итак, взлет четко по времени. Посмотрим. Напоминаю, пока идет первый этап. Взлетает пятый участник. А в это время команда 2 уже приземлилась. Обратите внимание, что взлет Амсата нужна более крупная площадка, потому что вертолет больше других участников. Ну, конечно, наши они Амсат, подобные коммерческие. Амсат — это специализированный медицинский вертолет для участие в экстренных ситуациях. Амсату повезло, потому что когда пострадавший будет лететь на площадку посадки, он может получать непрерывно медицинскую помощь и быть под мониторингом. Но это если у нас оборудовано реанимационными и мрезами. Надеюсь, нас не стоит. Итак, вы чувствуете? Осталось 2 минуты, а уже хорошо дует. Разогревает двигатели, так сказать. Взлет ровно в 12:50. Студии за этим процессом, потому что проточная минута чревата страстными баллами. Всего их 200. Первая команда, например, получила уже 94 страстных балла. Посмотрим, на что способен Амсат. 1 минута до взлета. Мы начинаем. Ну, если честно, то дует. Но мы пренебрегаем всей техникой безопасности сразу. Ради хороших фотографий. Секунд. Воу-воу-воу. 10 секунд. Даже за меньше. Экипажи, проходите на брифинг. Мы ждем вас. У нас следующий этап. Экипажи на брифинг. О, друзья, сейчас будет приземляться Амсат. Большая просьба. Закрываем.
женщина. Последний вертолет приземлился, это значит, что скоро мы увидим итоги первого этапа наших соревнований и будем точно знать, кто боролся вперед. Именно Ансан сейчас покажет, помог ли он команде, которая управляет этим вертолетом. Да, кстати, первый этап закончен. Да, мы ждем все команды на брифинге. И после этого мы ждем зрителей здесь на банкете. У нас будет небольшой розыгрыш, призы, подарки от русских вертолетных систем, от вертолетов России. Говорят, разыграют вертолет. Быстрее, быстрее на банкет. Да, я бы не отказался от вот вертолета номер 2, например. Да, Робинсон такой, 44-й, хороший. А, нет, 66-й, хорошенький, интересный. Да, и цвет хороший такой, яркий, летний. Ну что ж, друзья, все пойдемте на банкет, в банкетный зал, мы продолжаем. Кстати, можно одежду Чкалов померить, очень хорошая. Так, господа, я думаю, что можно уже присаживаться постепенно за столы, потому что все команды приземлились. И у нас будет техническая подготовка. Господа, мы все сейчас заходим внутрь нашего банкетного ангара. Да, у нас будет техническая подготовка, а здесь, в банкетном зале, мы разыграем несколько призов. Что-то к поездке, кто-то полеты, ну что-то такое, да. Ничего существенного. Да, ничего.